узнать свой город и рассказать о нем другим. Такая возможность будет у тверитян во время квеста «Прошагай город». Это туристический проект, в котором принимают участие различные города. В конце января к нему присоединится и Тверь. Можно всю жизнь прожить в одном городе, но так и не узнать его по-настоящему. Как город появился, кто здесь жил, в чем его особенности. Ребята из колледжа сервиса и туризма решили заинтересовать горожан историей с помощью квеста. Участники должны найти городских птиц. Например, ласточка здания под названием «Ласточкино гнездо» или «Гуси-лебеди». Когда мы видим этот результат, мы же видим как арочку, да, такую. И вот внутри этой арочки есть изображение гуси-лебеди. И также мы знаем, что на месте этого здания, кинотеатр «Звезда», раньше находился дом Петра Первого. И есть такая история, что Петру Первому подавали гуся, когда он был в Твери. 29 января тверитяне смогут пройти по туристическому маршруту, посвященному птицам, молодежным местам города или местам, где когда-то бывали различные поэты. Все три маршрута будут проходить в форме квеста. Участники должны будут отгадывать загадки о городе, а затем наносить на интерактивные карты достопримечательности, чтобы впоследствии любой желающий мог прочитать о них что-то интересное. Совместно с Фондом развития моногородов администрация города проводит, реализует проект по повышению туристской привлекательности «Прошагай город». Участники команды наносят объекты туристской индустрии на Google карты, дополняют их полезной информацией. По мнению экскурсовода Людмилы Соколовой, особенно важно, чтобы историю Твери знали сами жители. Только тогда они смогут по-настоящему гордиться своим городом. Если не будем знать историю своего города, не будем его любить, не будем беречь. Вот это очень важно. Когда знаешь историю здания, кто здесь проживал, какие семьи, что они сделали для города, тогда не поднимется рука писать глупости. Акция «Прошагай город» стартует 29 января в среду от большого экрана на улице Трехсвятской. Время начала будет опубликовано позднее на сайте администрации Твери.